Количество проверок субъектов малого бизнеса в Ингушетии за 2018 год уменьшилось более чем в два раза. Об этом сообщил главе региона уполномоченный по защите прав предпринимателей Мурат Хаматханов. По его словам, за прошедшие пять лет в аппарат уполномоченного поступило более 1000 обращений и жалоб от субъектов предпринимательской деятельности республики, в том числе более 200 за 2018 год. Большая часть жалоб приходится на оказание различного рода государственной поддержки. Примерно пятая часть из них как бы жалобщики оказываются, остальные как бы разрешают ситуации. Нередко бывают случаи, когда напишут жалобу, а потом отказываются, забирают бумаги. Такие случаи, ну, правда, у нас их немного было, но так, запросов вот два случая было таких. В основном жалобы делятся на действия и бездействия органов государственной муниципальной власти. В том числе вот у нас сейчас в работе находится 7 жалоб в работе. Две жалобы от одного предпринимателя. Это касается именно задолженности за выполненные там работы. Небольшая сумма, порядка 235 тысяч рублей. Вот. Думаю, что этот вопрос удастся разрешить. Я обращусь в Министерство финансов, чтобы решить вопрос этот. И вторая жалоба касается... даже не жалоба, а просто просят оказать содействие вот, получение микрокредита. Там очередь, не так все просто. Вот. И три жалобы касаются чисто земельно-имущественных отношений. Юнусбек Евкуров положительно оценил деятельность аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в республике. Глава региона поручил во взаимодействии с бизнес-объединениями продолжить работу по рассмотрению обращений предпринимателей, защите их прав. В конечном счете так сказывается на благоприятности делового и инвестиционного климата в республике. Особое внимание следует уделить поддержке начинающих предпринимателей.